Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 5 на странице 121 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Магазин получил для продажи 80 календарей. В первый день продали 30 календарей, во второй на 10 календарей больше. Сколько календарей осталось продать? Давайте сначала узнаем, сколько календарей продали во второй день. Сказано, что продали на 10 календарей больше. Чтобы узнать, сколько это к 30, прибавим 10. Получится 40. 40 календарей продали во второй день. Теперь мы узнаем, сколько всего календарей продали. Первый день 30, во второй 40. 30 плюс 40 равно 70. 70 календарей продали всего. Нужно продать 80 календарей, а продали 70. 80 минус 70 получится 10. 10 календарей продали всего. Осталось продать. Записываем ответ. 10 календарей осталось продать. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте комментарии под видео.